Пожертвовали то, что производят. 9 местных предпринимателей, которые являются участниками программы организации по развитию малых и средних предприятий, решили поддержать заболевших новым коронавирусом. Они передали 3 медучреждениям страны, в которых лечатся инфицированные, продукты питания и дезинфицирующие средства. Первым учреждением, куда поступили пожертвования предпринимателей, была клиническая больница Минздрава. Их доставило руководство АДИМ. Среди доставленных продуктов были куличи, а также традиционная пасха с творогом. Юлия Костин, директор АДИМ, говорит, что таким образом они хотели поднять настроение больным, которые не смогут вернуться домой на Пасху и прочувствовать дух праздника. Vreau să le mulțumesc foarte mult că au fost foarte receptivi și rapizi și s-au alăturat iată aceste inițiative frumoase. Toate sunt necesare acum chiar pacienților. Cazacul Andrei, care gospodărie țărănească, deodată s-a oferit să livreze o tonă de morcov, o tonă de sfeclă, o tonă de varză. Campania noastră aici nu se finisează. Noi să încercăm să colectăm și mai departe de la cei care o se dorească. Vom merge și la alte spitale. Директор медучреждения Георгий Цуркану поблагодарил предпринимателей за их благородный жест и отметил, что только вместе, благодаря солидарности, мы можем победить вирус. Он уверил, что эти продукты дойдут до столов больных, так как именно они сейчас нуждаются в большей помощи. Однако некоторые из них будут переданы коллегам на передовой. Au necesitățile respective și în alimentarea pacientilor și în dotare. Noi aducem mulțumiri tuturor contribuabililor care au participat la colectarea acestei binefaceri. O parte din jumătate din producția dată noi o lăsăm la noi și jumătate o donăm. Am discutat cu domnul Andrei Ucuță la Spitalul Republican și ei au necesitățile date și ca să fie utilizată la timp această producție. В то время как люди проявили солидарность с больными, руководитель медучреждения поблагодарил и руководство страны за заботу о врачах, которые вынуждены работать в 2 раза больше в эти дни, в том числе за оперативность мер на все запросы. Медикаменты, в первую очередь, мы сим тотальменти дотац, и по цели препараты специфич. Мы имеем все капацитеты, и responдим на черенцели пациентов. Кампания солидарности была инициирована АДИМ и будет проводиться на протяжении всего срока действия чрезвычайного положения в нашей стране.